Теперь у Леопольда есть своя игрушка. Это он поймал сам, лично. Он тащил ее на кухню. И теперь мы ищем заняться. Папа достал миллион игрушек. Леопольд сам себе выбрал. Он решил, что ему нужен заяц. Какой злой котик. Какой красивый злой котик. Как там зайцем? Как ему можно дать кролика выиграться живых? Ну никак. Посмотри, что он делает с кроликами. Если тренируется на этом зайце. Потом можно своих доставать, да. Что ты гавкаешь? Леопольда. Сейчас будешь кушать просить? Да. Уже поздно, мы не будем давать. Саша, ты его заяц, он сам выбирал его. Ну, куда ты его? Забирай туда зайца, забирай. Сюда. Не дают. Не дают? Ну, все. Никому не надо свой зайца, и все. Сам раздобыл, сам выбрал. Понимаете, вот нельзя покупать детям игрушки, они должны сами выбирать. Угол зайца за плохое поведение. На улице, я поняла. На улице уединенное место и там есть. Сам. Никто не мешает. Уже все коты подозревают, что это происходит. У нас вот происходит. Поймал зайца. Леопольд, ты зайца поймал? Думаешь, что это живой? А? Леопольд. Ты что здесь сейчас сразу? Папа уже что-то достает? А? Папа хотел себе сыр отрезать. Саша, у нас нельзя отрезать самым себе сыр. Для этого есть попугаи, которые надо первым. Идите. Не хочет. Не хочет. Ну и сам факт, что ты зашел на кухню, значит тут, наверное, что-то очень вкусное. Но вообще не хотят сала. Сала нету. Тут кушают зайца уже, видите? Серьезно кушают. А тут кушают. Все.
Кушали уже творог. А, вы уже сегодня творог кушали, извините, птички. Да, все, это надолго. Леопольд сейчас устанет, бедный. Вот так ему попалась игрушка. Вот такой у нас серьезный кот, видите. Крупным планом покажу, какого красивого кота. Боже, какой ты красивый, Леопольд. Успела снять. Ой. Ой, все. Все. Ой, понял. Он ближе кота этого кролика, ближе к этому, к плитке. Уже варить будем. Хочет вареного зайца. Сейчас я тебе сварю, хорошо, подожди. Настоящий хищник. Настоящий. Не будет здесь.